хочу вам такой показать чудо-мотоцикл. Вот такой интересный продукт. Не знаю, насколько он свойственный для мастерской Колесникова. Ну, в принципе, какая разница, что мне делать. Вот такой металл со свалки, с Черемета набрали двигателей. Я их сварил. Все, что было под руки, попало, сварил. Смотрите, сколько вкусных, таких полезных приспособлений. Видите, это сиденье для пассажира, девочек возить. Это здесь байкер будет, реальный мальчик. Сейчас посмотрите, вот такой вот котик, который котится. Ну, посмотрим, может, когти ему сделаем, или уже у него есть когти. Вот так, глядите, такие колеса страшные. Скоро мы возьмем, краном его поднимем и перевезем на другой берег. Там будет он устанавливаться, видите, фундамент. Вот так, гляньте, какие у него когти страшные. И вот такие амортизаторы, двигатель. О, что-то цилиндр был один, его не стало. Надо вот разбирать. А, вон, цилиндр, его, наверное, забыли приварить, просто его поставили, я понял. Здесь был второй цилиндр. Сейчас его чистят, готовят покраски, и оторвали мне цилиндр. А это, посмотрите, это мальчик, котик. У него, видите, два колокольчика сзади. Это мальчик-киська. А здесь, представляете, вот такая цепь будет. Я на цепи сделаю еще маленькую машинку. Вы видите, кому надо топор рубать дрова, там порез. И на этой цепи я сделаю такой трехколесный велосипед в виде мышки, который будет кошка тянуть за собой. Ну, думаю, я найду колеса и что-то придумаю для вот этой техники. Ну, не знаю, насколько скоро уберем вот эти вот паки, перевезем, покрасим и сделаю более такой качественный фильм вот, так, вот этой вот чудо-мотоцикла. Ну, еще даже мы его не придумали, как его звать, или кис-кис, или брысь-брысь. Ну, надо сейчас на конкурсной основе придумать, как назвать этот страшный автомобиль киська. Представляете, она азартная, за мышками гоняется, догоню и съем. То есть, или там, как там правильно можно сказать. Ну, литературных слов не хватает, лучше промолчу. Ну, чуть-чуть я вам покажу уже обзорчик. Вот здесь курятник, уже здесь тишина. Потихонечку скоро придет краска, докрасим его. Уже туристы ходят здесь. То есть работа продолжается. Уже Кощей Бессмертный там швейную машинку прикупил. И там и сундуки. Ну, потом по концовке я обзорный фильм сниму. Вон, видите, картины там уже сделаны. Подмели, здесь чистенько. Ну, петуху еще курочек не довезли. Ну, со временем, я думаю, привезут, и у него будет все нормально. У него там целый гарем будет этих курей. И он уже и коньки. Ну, я часто показывал курятник. Смотрите, какие пилы сверху. То есть это у нас потихонечку сдаем мы этот объект. Скоро покрасим бордюры и будем делать с той стороны башни. Ну и вот видно, отсюда дом выглядит. Ну, дерево прикрывает. Ну, по дому есть много фильмов, которых я показывал. И вон ждет у нас такая крыса, которая будет охранять вход. Сейчас 5 КАМАЗов привезли песка. Вот за месяц выработали, наверное, уже 30-40 тонн цемента. То есть работа движется. Люди работают, дело свое знают. Так что работать достаточно легко с обученной бригадой. Ну, вот видите, Буратино и Буратино Карлович. И у него же сынулька появился, или внучок, я не знаю. Вот такое Буратино, надо будет имя ему придумать. Если это Карлович, а тот, кто там, как его придумать этому мальчику имя? Просто Буратино. Так что вот по концовке я еще снял пару фильмов, так что потихонечку я буду показывать, что происходит на этом объекте. Ну, ждем краску. 1,5 тонны краски должны прийти со дня на день, так чтобы можно продолжать дальше работу. Ну, как бы идет работа по бане, здесь будет портал. Завтра я его доварю, ну, потом покажу отдельно. Портал, как банный, пропускает людей в баню. То есть еще пока есть только идея. Ну, вот здесь такой огневичок,
есть, а то будет банный. Ну, я вам еще покажу домовичка. Ну, банный надо будет, ну, думать, как его сделать, на кого он будет похожий. А домовичков уже 3 штуки мы их делали. Их вот он еще один домовичок стоит. Тот огневичок, а это такой домовичок-хозяин. Ну, теперь надо подумать, как бы сделать банного. Ну, есть много там эскизов, надо просто покопаться, да, найти хороший рисунок. Вот, видите, такие ступенечки, люди любят туда лазить, куча дверок. Это уже, ну, там 10 лет назад сделано, и такое любимое место для туристов. И теперь сделаем еще для банного, где можно будет фотографироваться и попасть в портал и покупаться.